Я хотел показать вам жесткое видео, где тёлке в жопу вставили воронку. И по этой воронке живую рыбу туда залили. А потом тёлка тужилась, и эта рыба оттуда очень смешно вылетала. Ну, увидев это видео, я понял, что это слишком жестко и не так смешно, как казалось. А вот следующее видео мне прислал сам Ник из картавого футбола. И оно какое-то странное. Вот посмотрите. Вот как бы все нормально, но при этом какой-то пиздец, да? Вроде здоровые, накачанные мужики тренируются, готовятся к чему-то, наверное. Ну, блядь, как-то это, блядь, странно. Почему они это делают в трусах? Вроде же все нормально, но почему меня так коробит, когда я смотрю это видео? Они же не лапают там друг друга и ничего гейского не делают. Они просто тренируются в этих... трусиках. Именно в трусиках, потому что трусами это никак не назовешь. Ну ладно, чего я приебываю? Может, чувакам так просто удобнее заниматься? Ничего не стесняет, ничего нигде не мешает, не трет. Опа, трусики не съе. Дает. Блять! Да? Это стринги. Ну вот каким образом это должно быть удобно? Как может быть удобно, когда у тебя между булками веревочка застряла? Почему другие ребята в более-менее пристойных трусиках, а этот в стрингах? Ах, да, на нем же ботинки. Ну тогда ладно, тогда он не так сильно обнажен. Башмаки на ногах делают его одетым примерно на столько же процентов, сколько и остальных ребят. Знаете, я подумал, может эти ребята стриптизеры? Просто тогда это многое объясняет. Ну, точнее, только то, как они одеты. А вот зачем они тогда пиздят грушу, я не знаю. Может, их стрип-клуб сняли для проведения вечеринки для женщин, кому за 40? Ну тогда да. Да, парням стоит подготовиться к обороне от оголтелых текущих созданий. Не, ну реал. Схватила за хуй? На! И так далее. Ну и надавав груши жестких пиздюлей, ребята решили попозировать. Прям инсталляцию из своих тел замутили. Зато чувак в стрингах хоть полотенцем прикрылся. Хоть на этом спасибо. Давайте восхвалим Господа Бога!